Может, сегодня поплывем? С утра мы отправились дальше. Вышли из Каша в сторону Кьекова. Можем сегодня строить длинный поход, заплыть в пещеру и встать наоборот в дальний путь. Дальний путь это последний. Мы успеем. Впереди на носу загорает Витя. Витя, раз все равно расслабляешься, мог бы блог записывать пока. Я же расслабляюсь, так я буду работать. Прямо по курсу солнца. Так какие у нас планы? Пещера? Пещеру, наверное, завтра. Завтра? Все зависит от того, насколько быстро придем. А мы куда вообще идем? Мы идем в Кьекова. Ну, то есть мы еще не видим здесь? Нет, нет, мы не видим еще того, куда мы идем. Ой, какие острова, островочки такие. Нас еще часа 3-4 идти. Класс. А это вот они не жилые, да? Не жилые. В принципе, по такому стилю там можно было бы остановиться и... Ну, да. Поплавать где-то. Они кругом, что ли, вот как-то? Они архипелагом. Ну, не кругом, как бы, разбросаны. Так, вот эти вот небольшие вот эти острова, это еще Турция, это а Турция. Вон тот большой, это уже Греция. Как у них тут все. А вот слева турецкий материк. Вот это. Все близко. Это не наши российские расстояния. Да, можно на доплыть вплавь. Что, пилот там? Дышает? Давай. Ну что, ветер вроде позволяет перейти на парус. Готовимся. Мы сейчас попробуем сначала на Генуе, если все нормально. Потом, наверное, поставим грот. Сразу не будем дрожать. Я по правилам надо делать наоборот. Я нахожусь в мой грот. Ты не за утку будешь делать? За утку, но сейчас, ну, не сейчас покажу. Сейчас уберем, как будто. Ниже пригибайся, тебя стапсель сейчас выкинет. Отпускайте грот полностью. Все, на ванты лег, больше не надо. Чуть-чуть подтяните. Еще. Все. Поворачивай. Ты сейчас, когда поворот будем делать. Что, бабочку? Да, будешь на этих самых, на школу сейчас. Хорошо? А я на лагере. Сейчас Маша перчатки оденет. Подожди, пока еще не делаем. Трави правую. Нет, это называется набивать. Трави, а отдавать. Все, хватит. Все, супер. И лучше все-таки прыгнуть.
Так, Витя пошел снимать за Валталь. Мы фиксировали гид, чтобы он тогда встану, не перекидывался. Так, я не перекидывался. И тем же курсом, что шла. А? Тем же курсом, что шла, иди. Снимаю. Снимай. Пройдя, наверное, 2/3 пути, мы заметили на волнах дрейфующий кранец. И, конечно же, не смогли пройти мимо. Решили его выловить, для чего нам пришлось развернуться в обратную сторону на 180 градусов. Давай выловим его. Почему? Я сейчас отпущу, отмотаю. Дайте, включить мотор. Мы вас тут спасатели. Спасали, утопающий бой, блин. Не, ну вы сняли, тоже беспокойно. Что мы извлекли из этого? Что мы ни хрена не умеем... Тихо, ты же босил. Ну, ухо на месте. Да, да, ухо на месте, но я поторвался. Молодцы, но что попасть вот этим крючочком в колечко. Кто оторвался? Нет, он поцарапался. Он получил по уху, по очкам, по бороде. Эпиляция. Красно. Короче, попасть крючочком в ушко кранца практически невозможно. Короче, надежнее багра держать здесь этот большой сачок. Заходить в бухту решили под мотором. Поэтому нам пришлось заранее встать левентик, чтобы свернуть парус. Грот у нас без скрутки. Его нужно аккуратно сложить в лэйзи джек, иначе ветер его растреплет, и он будет мешать управлять яхтой. Ага. Маш, подержи руль, я помогу.
Флаг запутался. Турки обидятся. Нам, кстати, приходили турки, говорили, у вас флажочек очень какой-то, знаете, вытрясшись и потрепанный. Вам надо заменить. Вам мы пошли в магазин, за 6 лир купили новый флажочек и заменили. Из уважения к туркам. Все, расправился. Сейчас будем заходить в залив Кеково. Вот этот вот остров длинный тоже называется Кеково. Чем не займешься? Одноименный. Вообще. И там очень длинный залив. А, вон там вот, да, там? Да. Белый маяк. Не знаю, вот не видно. Вот там вот белый маяк на горе. Вот его огни мы будем видеть тоже. Ну, сейчас, правда, огня не видно. Ну, вертолет. Это вертолет. Красно-белый. Да. Мы летом наблюдали пожарный вертолет. Он прямо к воде спускался, забирал воду и потом тащил его к месту пожара. У турков очень интересно. На каждом торчащем из воды камушке стоит их флаг. Я думаю, что это связано с историческими событиями и с тем, что очень близко располагаются греческие и турецкие острова. Скажите сыр! Собственно, вот мы и пришли в залив Кеково. Сейчас будем искать место, где бросить якорь. Но об этом уже в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень интересно ваше мнение.